Бьют, значит, любит. Эта известная поговорка давно устарела и не работает, говорят психологи. Если в семье один из супругов поднимает руку на другого, это уже знак того, что нужно бить тревогу. Не сделала этого вовремя жительница Славянска на Кубани и жестоко за это поплатилась. Тему продолжат мои коллеги. Виталий Листопадов трудится водителем в службе такси. Как обычно, он работал по заявкам, одна из которых привела его в частный сектор. Дожидаясь своих клиентов, он услышал крики, которые доносились из двора неподалеку. Крики были, мне крикнули нож, это уже была команда для меня, как спасать нужно. Вот, перепрыгнул через калитку, молодой человек держал женщину, резал ножом ее, вот. Ну, выхватил, выбил нож, положили на землю, все, вызвали милицию, скорую. Так получилось. Ну, главное, девочка жива осталась. В ходе ссоры молодой человек нанес ножом 9 ударов в область шеи и туловища девушки, один удар в живот. Прибывшая на место медицинская бригада госпитализировала пострадавшую. Ее смерть не наступила благодаря своевременно оказанной ей помощи. Виталий Листопадов в буквальном смысле слова оказался спасителем для девушки. Ведь вовремя вмешавшись в потасовку, он спас человеческую жизнь. Но геройским свой поступок Виталий не считает. Говорит, любой нормальный мужчина поступил бы так же. В настоящее время преступник задержан, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Физическое насилие – наиболее распространенные случаи, когда мужчина становится деспотом, который решает, что он вправе поднимать руку на женщин и детей. Но там, где начинаются побои, заканчиваются нормальные и здоровые отношения, говорят психологи. Если такие случаи уже существуют в вашей практике, о том, как бы унижающие ваше личное достоинство, да, стоит уже об этом задуматься. Стоит проговорить ситуацию со своим супругом, почему это все происходит. Потому что в любом случае насильник всегда считает себя правым, вот, и, естественно, всю свою вину перекладывает на вторую часть жертвы. Как правило, многие факты насилия в отношении женщин остаются незафиксированными. В реальности их гораздо больше, нежели это демонстрирует статистика. Поэтому получается, что и эти преступления остаются без наказания. Если такие существуют версии, что муж уже один раз вас ударил, то, естественно, не за горами, что он будет на постоянной основе, возьмет это за принцип своего поведения. И вы уже должны задуматься сами, вообще, нужно ли это вам. Если уже были факты рукоприкладства, психологи советуют первым делом обратиться с заявлением в отдел МВД России по Славянскому району. Но не каждая женщина желает делиться со своими проблемами. Здесь все зависит от жертвы насилия. Хочет ли она наказать своего домашнего тирана, осознает ли, что ее муж – преступник. И самое главное, осознает ли мужчина, что, поучая жену, он переступает закон. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».